дисциплина менеджмент туризма. Специальность туризма, второй курс. Функции и принципы менеджмента. Понятие менеджмента туризма. Менеджмент туризма – это совокупность методов, принципов, способов управленческих приемов, форм и средств, которые способствуют эффективному управлению сферы туристического производства и персоналом, занятым в сфере обслуживания туристической деятельности. К общим функциям управления относятся анализ, учет, контроль, прогнозирование и планирование, организация, координация, регулирование, мотивация. Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей или целей организации. Но основные функции, как мы видим, функции управления, это относится то же самое, как бы и другим отраслям экономики и другим отраслям деятельности. Теоретическая литература выделяет два подхода к мотивации. Содержательные и процессуальные. Теория мотивации. Содержательные и процессуальные теории мотивации. Основной мыслью содержательных теорий мотивации является определение внутренних побуждений, называемых потребностями, которые заставляют людей действовать установленным способом. Представителями данной теории являются Абрахам Маслоу, Алдерфер, Дэвид Макклелланд, Фредерик Корцберг и другие. Процессуальная теория мотивации базируется на том, как ведут себя люди с учетом их восприятия и познания. Основные процессуальные теории – теория ожидания, теория справедливости, теория мотивации – и модель мотивации Портелла-Лоулера и другое. Потребности, как мы знаем, бывают первичные и вторичные. То есть, когда исполняется первичное, уже бывают запросы вторичные. Или, скажем так, одно побуждает другое при достижении. Основные принципы менеджмента – это принцип научности в сочетании с элементами искусства. То есть управление – это тоже своего рода искусство, где нужно применять различные методы, технологии и научные, которые зиждутся на научной основе. Следующий принцип – принцип целенаправленности управления. То есть управление должно быть целенаправленным, точным, к чему идем, откуда идем, для чего идем и что решаем, и что можем достичь, хотим достичь. Третий принцип – принцип функциональной специализации в сочетании с универсальностью. Это когда человек одновременно может много делать, и в то же время универсальность его менеджера сочетается в том, что у него различные базовые знания в различных отраслях экономики и различных сферах достаточно хорошо имеет базовое образование, а также много знает эрудирование в других областях деятельности. Следующий принцип – принцип последовательности управленческого процесса. То есть управленческий процесс все делается в логическом цепочке, в процессе. И для того, чтобы выполнить третий этап, нужно обязательно пройти второй, а сначала первый. Пятый принцип. Это принцип учета личных особенностей работников и общественной психологии. То есть для этого уже менеджер, уже кроме управленческих, кроме экономических и других
таких базовых познаний, предпринимательские познания, экономические и другой, управленческие, также уже должен иметь и будет хорошо управлять, если будет знать личные особенности, учитывать работников и психологию коллектива. Шестой принцип обеспечения прав, обязанностей и ответственности. Это обязательно нужно знать, кто кому что поручил, его права, объяснить ему обязанности, чтобы он знал меру ответственности. И каждый действовал в пределах его прав, обязанностей и ответственности. Седьмой принцип. Принцип обеспечения общей заинтересованности всех сотрудников управления в достижении стоящих перед фирмой целей. То есть миссия фирмы, цели, его должны быть вообще известны. И в то же время сотрудник управления, менеджер должен быть заинтересованы в достижении целей, а также увлечь этим коллектив. И принцип всемерного обеспечения состязательности участников процесса управления. То есть каждый менеджер, каждый управляющий, руководитель, или коллектив руководителей, или, скажем, состоящий в руководстве, они должны состязаться в ответственности, исполнительности, ответственности, управлении коллективом или верного им участка деятельности на фирме. Только эта состязательность должна быть добрая и, скажем так, благонамеренная. Современные концепции менеджмента разделяют на два этапа. Это вот когда менеджмент сформировался в 1960-1980-х годах. И менеджмент, который формируется и совершенствуется с 1980-х годов по настоящее время. Вопросы для студентов. Опишите ваши ассоциации с термином менеджмент в двух словах. Объясните термин мотивация своими словами. Какие основные принципы менеджмента вы запомнили? Спасибо за внимание.